Дом. Дом номер 5. Обычный панельный дом, готовность где-то чуть больше 80%, но это такая оценка объективная. Реален к достройке за счет дополнительных сборов. Жилой дом номер 12. Монолитный, 19-этажный. То же самое. Пока объем работ соответствует объему продаж. Самое интересное, это, конечно, третий дом, где продано больше половины жилых помещений, забит 15 сва, объект заморожен. Подтверждено всеми и вся сегодня на совещании, что деньги исчезли в неизвестном направлении, о котором мы можем только догадываться. Данным направлением занимается сейчас, куда они исчезли, правоохранительный орган. К сожалению, поздно занимается, потому что на площадке облдумы звучало и в прошлом году, и я обращался, и ряд коллег, Федюхин, Курихин, что надо ситуации было заняться, конечно, раньше. К сожалению, не произошло, поэтому уже при прохождении процедуры наблюдения руководство Гестроя, как мы можем предполагать, продолжало заключать договора, получать от людей деньги, деньги тратить не на стройку, а на все иные какие-то мероприятия, не связанные с строительством конкретно третьего дома. Поэтому на сегодняшний день тяжелейшая ситуация именно по нему. Сейчас будем изучать возможности получения каких-то компенсаций за счет средств страховой компании, которая осуществляла страхование данных договоров. Но говорить о том, что впереди все будет хорошо, ну, наверное, пока немножко рано.